Приветствую, Алена. Сейчас в упаковку пойдет инструмент. Вот в таком жестком футляре. Давайте посмотрим, что там. Там у нас дарийский овлос. И сейчас я его продемонстрирую. Он состоит из двух грифов игровых. Один потолще, другой потоньше. Потолще это нижний. У него ноты ля си до ре. Потоньше это верхний гриф. У него ноты ми, фа, диез, соль, ля. По три отверстия на каждом грифе. Пальцы я рекомендую научиться ставить вот так. И звукоизвлечение. Погружаем трости в рот. Вот здесь наши губы. И ничем внутри не касаемся, не слюнявим трость, язычок. Это очень важно для качественного звука. И дуем. Это какой-то праздник, а не инструмент. Думаю, вы подружитесь. Сейчас будет дезинфекция, упаковка и отправка. Очень важно посмотреть мое обучающее видео про трости. Без этого опыта, скорее всего, дружба с инструментом не наладится. Тростевые – это такие деликатные инструменты. И, конечно же, бережем инструмент от низкой влажности воздуха. Оптимальная влажность от 50 и выше процентов. Вот. Это очень важно, потому что трости могут пересохнуть и серьезно расстроиться или вообще перестать звучать. Вот. Это все. Всех благ. Сообщите нам, когда получите инструмент.